Зачем? Буковский пропивал свой талант. Фрейд не жалел и так опухший нос в поисках ответа на тот самый простой вопрос. Зачем? Зачем одевать яркий бант, платье цветное и белые гольфики, если всегда один и тот же финал? На лестнице или, может, на подоконнике? Зачем мне спать по ночам и на утро глазные яблоки, как боксерские груши? Зачем все книги, что когда-то читал? Зачем слышать, если так не научился слушать? Зачем искать смысл в свои 19 и пытаться кому-то понравиться? Смотри, вон, крутит кто-то у виска пальцем. Зачем эта жизнь и что после нас останется? Кто-то сказал ответ, жизнь — поиск черного кота в темной комнате, потеря себя среди безмолвных стен. Надеюсь, вы меня хоть ненадолго запомните. Хотя лучше не надо. Зачем? Річ називається «Мибуття». Є небуття, а є мибуття. Все, що тривало вітрами і зорями, сонцем, тобою і власним життям, я говоритиму римами хмори хорими, я мрію про мибуття. Все, що було нашими мріями, першим світанком, душею в мені зараз не буде звуку. Так тихо мертві лунають пісні. Це не навіщо, а заради чого. Кожного дня вірю тільки у нас, навіть якщо я всього лиш спогад збережу. Без банальних фраз. Це не навіщо, це просто віра. У тебе і завтра, і в кожну мить. Ти просто сумуєш далеко від мене. Ти просто мені.